Здравствуйте! Наш курс называется «База данных». В рамках этого курса вы ознакомитесь с основными технологиями работы с базами данных. Вы получите практические навыки, научитесь проектировать данные в реляционной модели на примере среды MySQL, описывать характеристики данных и указывать зависимости между ними, строить запросы, конструировать дополнительные структуры, ускоряющие поиск и управлять конкурентным доступом. Также вы ознакомитесь с основными тенденциями в области науки о данных, связанных с появлением Big Data.